Сегодня в новой поликлинике по проспекту Ленина в Чебоксарах открылся центр онкологической помощи. Какие врачи будут вести там прием и какие медицинские процедуры будут проводить, выясняла Татьяна Иванова. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях – одно из условий для полного исцеления или стойкой многолетней ремиссии. Сейчас перед врачами поставлена серьезная задача. При подозрении на рак пациент должен получить консультацию не позднее 3 дней с момента обращения. За 7 дней его необходимо обследовать, и затем дается еще неделя на гистологическое подтверждение рака. Вся диагностическая база располагается здесь, в новой поликлинике. И пациенты могут пройти обследование, не обращаясь в онкодиспансер. В центре ведут прием врачи-онкологи. Принимают и впервые обратившихся, и пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Пациенты могут получить у нас специализированное лечение, это химиотерапию, по рекомендации нашего онкодиспансера. Первый курс они проводят на своей базе, последующий курс мы проводим на нашей базе Центра амбулаторной онкологической помощи. Также мы выполняем реабилитационные мероприятия по рекомендации нашего онкодиспансера. В рамках национального проекта здравоохранения в республике в ближайшее время откроются еще 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут работать по территориальному принципу. Будет обслуживать территорию, прикрепленную к нашей больнице, к больнице 1-й городской больницы имени Осипова и 2-й городской больницы. И будет обслуживать население 164 тысячи населения. После курса лечения пациенты с онкологией должны проверяться через каждые 3 месяца в течение 1 года, затем 2 раза в год и в последующем встречаться с онкологом ежегодно. Татьяна Иванова, Екатерина Янгалакова, Вести, Чебоксары.